Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что, турнир у нас закончился, Лига Мастеров 3 звезды. И забираем наши награды. Сюрикены, Рахзар, Осколки и 75 платиновых. Так, шикарно. Здесь у нас пусто, здесь мы только можем с тобой забрать колоду, в которой Змейковин, походу, а нет, пульверизатор. Пульверизатор. Так, и... на арене, ребята, разыгрывается у нас Кунаичи, Эйприл и испытание. Оу, кому-то повезет. Кому-то, друзья мои, повезет. Слушай, подожди секундочку. А тебе не кажется, что у нас... Это что такое? Ты посмотри. Платиновое испытание, испытание. Это как так? Сцены насилия. Это что-то новенькое. Плюс у нас силы природы и союзники. Нифига себе. Раньше было раз, два, три, четыре, все. Теперь уже еще два добавочных. Прикольно. Причем до начала 7 дней. Это как, через неделю? Это уже, наверное, на следующей неделе, скорее всего, что начнется. Как-то странно. Ладно, ребят, не в этом суть. Сегодня суть у меня быстренько пробежаться по арене и показать хороший результат. Я надеюсь, получится, потому что я с больницы недавно, ребят, пришел. Больничный у меня продлевается на целую неделю, потому что очень высокое давление. 190 на 110, по-моему, у меня. Ну, вам это, конечно, ни о чем не говорит. Для меня это высокое давление, поэтому целую неделю буду обследоваться, короче. Ну что, поехали. Так, минус. Давай бомбанем сюда. Замечательно. Так, ну что, первый поединок, ребят, удивляться даже нечего, потому что все так и должно быть. Посмотрим сейчас. Воин, 89-я позиция, это уже 2 звезды. Берем сразу 11-12, не меньше. И опять же идем в самый хвост. Так, ну вот. 56 уровень против 20 какого там. Против 21-го, 20-го. Ну, здесь достаточно будет, наверное, вот этих вот вызвать. И мы победим. Слушай, смотри, у Пита, ты смотри, у Пита на ноге, что это такое? Бутылочка или... Или это та штука, как тебе сказать? Типа чехольчика для писем. Похоже, да? Слушай, мы не перешли с тобой в Лигу воинов 3 звезды. Вот такие вот пироги. Не прошли. Ладно, я особо сильно не расстроился. Раз, два, три. Единственное, что да, мы до сих пор еще с тобой имеем 3 бойца, а хотелось бы уже получить 4, в конце концов. Ну что же, погнали. Так, упали. Ну, другого здесь расклада и быть не могло. Понимаешь? Итак, воин. Воин 3 звезды. 12-13 возьму. И также возьму. Раз, два, три. Ну, уже 4 бойца. Шикарно. Так, сегодня, говорят, вроде бы должно у нас новое событие начаться в Драконы Всадники Олуха. Также не забывай, что у нас растения против зомби заканчивается сезон. Сегодня будем забирать награды, смотреть. Так что... Насыщенный денек. Единственное, что по времени, ребят. Наверное, сегодня не успею ничего выложить. Скорее всего, это уже будет завтра. 12-14 возьмем. Так, до сих пор их тут 4 бойца. Раз, два, три, 4. Погнали. Сейчас мы будем тут бомбить их всех. Так, ну, поехали. Ваня минус. Ультразвук или ультракрик. Плюс флакончик. На этого должно хватить. Ну и все. По-другому и быть могло. Ну-ка, посмотрим. Перейдем. Да, ребята, элита. 2 звезды, но 93-я позиция. Это значит, нам придется, скорее всего, 2 поединка здесь отыгрывать, чтобы перейти. Вот такие вот дела. Но зато уже, как ты видишь, 5 бойцов.
А ну-ка, Белочка Лапекс. Или кто-то у нас? Белочка это или лисичка? Похоже больше на лису, если честно. Нормально. Нормально так Ливу вдарил, шикарно. Морзильная кошка такая радостная была. Ну да, здесь я не удивлен, ребят. Здесь мы и не получили бы. Так, 13-15 было? Было. Так какого лешего вы мне даете 12-14, а? Сфига ли вдруг вы даете мне 12-14? Вот объясните. Раз, два, три, четыре, пять. 30-й ранг. Ну, мы уже приближаемся, ребят. 30-й против 56-х. Так, минус Крис. Да ладно. Я думал, забомбим. Ну-ка, минус Донни и минус Ваня. Ну и шикарно. Элита, 3 звезды. Позиция у нас 43-я. То есть, ну, в самурая мы попадем сейчас. В самурая мы с вами попадем. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, сколько же у меня все-таки, ребят, 56-х уровней. Я вот смотрю, просто дофигища бойцов, я имею в виду 56-го уровня. Очень много. Даже не один, не два, не 10, не 20, по-моему, больше, намного больше. Так, давай кинем туда бомбочку тогда. Ага. Замечательно. Ну, давай, идеальная победа. Перейдем? Да, мы переходим с тобой на самурая. Самурай, самурай, самурай. 13-16. Так, ранг уже 34-й у наших противников. А у нас пока еще до сих пор 56-й. Ну, посмотрим сейчас, что у нас получится из этого всего. Так, ну нунчака меня не пробил. Баллончик, наверное, тоже не поможет здесь особо сильно. Ну-ка, понижение атаки, если сделать им. Что-то у нас вот этот вот охламон вообще ничего не получает. Никаких повреждений. На. И добивку. Все очень даже хорошо. Ну что, посмотрим, сейчас мы перейдем. Да нет, какой там следующий ранг, вам не дадут, наверное, да? Конечно, нет. 28-ю позицию дали, как говорится, и радуйся до потери пульса. Я поп... О, 14-17. Сами даже дали. Раз, два, три. И уже, смотри, смотри, уже 41-й уровень. 41 уровень у нас 56-й. То есть на 15 левелов мы отстаем всего лишь. Это уже, кстати, хороший отрыв. Ну-ка. Блин, видишь, уже бойцов приходится довольно долго бомбашить, чтобы их победить. Поэтому да. Такой вот, ребята, отрывчик у нас получается. Ну, самурай 2 звезды. Местечко у нас 75-е. А дадут мне 14-18? Или там будет 15-18? Нет, походу не дают. А-а. 14-18 это максималка, да? Что они могут мне позволить? Ну ладно. 41-й, 38-й уровень. Погнали. Так, массовик затейник у меня кто? Это Рафаэль. Хорошо. Так, лекаря надо отсюда убирать. Давай, караечка. Ой, караечка с шенгами. Вот мне не нравится, что она после того, как сделала вот этот вот удар, сразу же у нее... Вот этот вот дебаф идет на понижение скорости атаки. Мне не нравится. Не такой уж и супер имбовый удар вот этими вот летучими мышами, чтобы на себя вешать после него дебаф. Я понимаю, если бы эти мыши бы кусанули бы и восстановили бы жизнь бы нашим бойцам. Ну, типа как вампирик, то тогда да. А на ровном месте я не согласен.
Так, ну что, 45 уровень. Мы наконец-то дошли до 70-х, друзья мои. Ну, а если 70 уровни пошли в бой, то, соответственно, здесь уже ничто и никто им не поможет. Давай, клан фотовцев позовем. Угу. Замечательно. Просто замечательно. Ну, а вот и Лига Самураев 3 звезды. Так, 14-18. Все-таки... Да нет, не дадут они мне. Ладно, соглашаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Тут у нас Крысиный Король, Карайка, Паукус, все массовики-затейники. Естественно, здесь победа будет за нами. Причем довольно легкая победа будет. Так, и Паукус, наверное, добивает остальных. Все. Тут даже с ними шутить мы не стали. 40-е место. 15-19 берем и... Раз, два, три, четыре, пять. Ну все, ребята, остатки роскоши у нас остаются. Я имею в виду по бойцам, по поединкам. Еще пару боев и, в принципе, на сегодня арена закончится. Это такая, получится, проходящая серия у нас, да? Ну, мне бы... Во, массовая атака пошла. Давай возьми Кавион. Есть. Вырубает их. Если бы не вырубил, все равно в любом случае повесил хороший дебаф на них. А вот и Лига Сёгунов собственной персоной. Одна звезда. Ну, тут ничего нам не поможет. Хоть ты тут заукрепляйся, все равно нас... Даже завтра, если я зайду, нас уже скинут, скорее всего. Опять же, до Лиги Самураев. Не меньше. Ну-ка, давай. Прокачанным своим суперскиллом. Бам! Как тебе расклад такой? Ну, понятно, что враги слабые, поэтому быстро мы здесь с ними разобрались. Угу, 58-я позиция. Слушай, может быть, даже перейдем на Лигу Сёгунов 2 звезды. Такой шанс есть. И мало того, что есть, он, по-моему, и будет. Да? Лига мастеров 2 звезды. Как минимум. А как максимум, это Лига мастеров 3 звезды, 50-й ранг. Красава. Усаги всегда был красавчиком. Ну что, поехали дальше. Так, ну что, возьмем 15-20 тогда уж. Раз, два, три, четыре, пять. Этот поединок и следующий у нас будет, видимо, последним. Ну-ка. Красава. Замечательно. Ну что, ребят, идеальная победа. Переходим на последний. Ать, Лига Сёгунов 2 звезды. И последний у нас бой. Армагон, раз... Два, три, четыре. Ну, давай пятого возьмем, вот, например, так. Ты посмотри, как он интересно бежит. Кожеголовой. Он мне почему-то напомнил не крокодила, как крокодил бегает, а какую-то лягушку или макаку даже. По своим прыжкам этим. Все, друзья мои, другого и быть не могло. И причем у этого крокодила почему-то два гребня идет на спине. А вообще-то, по-моему, у них два гребня и есть. Ну вот, вот мы и отыграли с вами сегодня арену. Здесь нам делать, в принципе, нечего. Единственное, что да, можно пофармить. Пофармить, ребята, осколки. Давай, наверное, так быстренько сделаем. Почему называю я их осколки? Не осколки, ребята, а фармить будем мы жетоны. Естественно, я поставил на автобой, потому что здесь... Моей помощи не потребуется. Единственное, что да, они будут сейчас по одному бомбить. А я бы на самом деле бы просто делал бы массовые атаки. И все, так намного быстрее бы мы проходили. Так, и значит вот эти вот клоны плюс училки.
На тебе. Бамс. Вот и все. Вот и все, ребят. Эх, прошли. Так, значит, следующее, что нам нужно сделать, это фарм. Возвращаемся и начинаем. 15 осколков. Нам нужно 520, да, если не ошибаюсь, набрать 520 жетонов, чтобы приобрести 3 ДНК на Пита. Все. А, подожди, а почему сыр-то так быстро кончился у меня? Не понял. Непонятно. Ну что, друзья мои, вот такой у нас сегодня получился буст, не буст, но в любом случае мы с вами все-таки дошли до лиги Сёгунов. 2 звездочки, а ранг у нас 50-й. Так что увидимся в следующей серии. Удачи и до новых скорых видосиков.